21 сентября на территории Дворца спорта Гамида Гамидова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко Дню города среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Поприветствовать участников, болельщиков и гостей соревнования пришли заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, руководители отделов по делам молодежи и по физической культуре и спорту, а также общественные деятели. Стала добрая традиция в городе проводиться вот это мероприятие. Я помню первые вот эти вот соревнования, которые проходили у нас в городе Хасавюрте на площади. Поздравляли вас вот с этими соревнованиями. Помню, как это торжественно проходило, как много было участников. Конечно, наверное, сегодня надо сказать, что эти мероприятия культурные и спортивные, и образовательные, посвящены Дню города. Пожелания успехов и интересной игры прозвучали также от управляющего делами аппарата администрации Гаджиева Магомедова и директора Центра социального обслуживания населения Ахмеда Гаджиева. Спартакиада среди инвалидов-колясочников, которая проводится не один год, заключала в себе соревнования по четырем видам спорта. Это дартс, шашки, шахматы и метание мяча. Соревнования имели за собой главную цель – проведение качественного досуга жизни людей с ограниченными возможностями здоровья через физическое развитие и интеграцию к активным занятиям спорта. Все победители и призеры были отмечены памятными подарками и наградами. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».